Mėginam kešti. Ne jais. Aš nemok, neturiu patinti. Šitą... Plakų, telpa taip, o ne telpa plakų? Taip, tinka. Taip. Jūs aprašiu. Gerai. Jo. Gal dabar visi trys sustokit visą valdžią, kad nufotografuot. Visi trys sustokit prie kapsulės. Nu, fantastika. Nu, šit sena. Čia kažkur. Čia reikia jau mokėti, kaip sakant, tinkuoti. Aš kada bandžiau per vasarą atostogas daryti, tai nelabai kažiūrės. Mažai cementą buvo. Nu, vat, baišėm patys, tai... Nuostabu. Valgyklos, reiškia, reikėjo sukurti erdvę valgyklai. Nebuvo aktų salės, tai reikėjo irgi sukurti aktų salę ir aš dėkoju čia dabar. Mūsų architektai Ingutė, kuri ruošia šitą projektą kartu su savo kolegom, tai aktų salė bus ketvirtam aukšte, iš plataus koridoriaus dalies paimsim. Kiekviena gimnazija turi turėti savo kabinetų, tai dabar ir suprojektuoti yra ir chemijos kabinetas, ir fizikos kabinetas, kadangi gimnazija mūsų pasižymi tuom, kad keturios kalbos lietuvių, anglų, hebrajų ir rusų, tai šiem dalykam taip pat reikalingi kabinetai. Aš tikiu, kad iš šio pastato galim iš tikrųjų padaryti labai gražią mokyklą. Čia yra patogios erdvės darbui. Tuo labiau, kad čia nesimoko šiai dienai nei vienas mokinys, jo čia nėra. Todėl yra darbų frontas labai platus.
Ir aš tikiu, kad viskas mums klostysis puikiai. Tiesa, bus sporto aikštynas, bus sporto aikštelis. Sporto salė mūsų nedidelė viduje, 134 kvadratai tik tai, bet manau, kad turėtų užtekti. O visas rūpestis yra į mūsų dėmesys, yra sutelktas į mokomosios patalpas, mokomosius kabinetus, į laboratorijas. Manau, kad iš tikrųjų mes sukursime 21 amžiaus mokyklą su puikiais kabinetais ir su gerom ūkdymosi sąlygom. Tai yra užduotis mano kaip direktoriaus numeris vienas. Taip trumpai aš ir pristačiau. Nesu labai didelis statybos specialistas, bet kiek čia jau vargstate. Ačiū labai. Добрый день, директор Миша Якобс. И хочется для читателей газеты «Обзор» услышать ваше мнение о прошедшем сегодня, по-моему, для вас очень важном событии. Не только для меня это событие важно, это важное событие для всего города и для общины тоже, потому что мы начали строительство новой гимназии для еврейской общины, для детей еврейской общины. И не только для детей еврейской общины, но и вообще для детей города. Вы знаете, гимназия не может быть в детском помещении детского сада. Гимназия должна иметь свои пространства, гимназия должна иметь свой спортивный зал, гимназия должна иметь свои площадки и свой двор, в конце концов. Я думаю, что через год-полтора эти пространства у нас найдутся, они будут. Будет площадка, будет двор и все остальное. Сейчас мы живем в детском садике в сжатых помещениях. И это не школа, это просто примитив. А вот это здание, оно что раньше, что с ним было? Вот оно сейчас пустое. Да, оно сейчас пустое. Это была бывшая школа, школа Добужинского. Ага. Их всех, тут было стало очень мало учеников. Ага. Никто силой здесь не отбирал, ни в коем случае я тоже. Это было решение абсолютно от городского совета. И когда ученики переместились в среднюю школу центра на Лукичке, здесь стало свободное помещение, и решением совета вильнюсского нам отдали это здание. Но оно в каком виде оказалось? То есть потребовало теперь серьезного... Вид, это вообще нельзя говорить о виде. Никакого вида здесь не было. Здесь здание, которое построено в 54 году, и мне кажется, что 60 лет тут ничего не делали. Да. Тут страшные помещения, тут страшные внутри этого помещения. Я вообще не знаю, как здесь могли учиться дети, и как здесь мог проходить учебный процесс. Я глубоко извиняюсь, но я так говорю. Да, мы вот зашли сегодня так действительно. Да, вы зашли, вы видели, действительно, ситуация... мы специально отдали, показали так, как оно есть. Ну и я думаю, что все очень, как бы сказать, настроены в хорошей воле. Я думаю, что мы построим хорошее учебное заведение для детей города, неважно, какой национальности они бы не были. И через какое время уже? Я думаю, что... Вот написано там. Ага. Под весну 13-го года. Начало. Поликман. Начало уже... А, сейчас и да, в 15-м году. В 15-м году в этом самом... где-то через... Полтора года, да. 14 месяцев отведено на это дело. Ну что ж, хочется пожелать успеха вам, вашей такой бурной деятельности, и чтобы всем от этого стало... Это не бурно, это моя работа. Она нужная. Я ответил за детей, за их образование. Это будущее всей Литвы. Да, и будем надеяться, что у нас люди должны быть образованы, иначе мы будем стоять на месте. Через полтора года будем надеяться, примерно.
Будем делать открытие. Все, спасибо. Дай Бог. Спасибо. О, всегда.